Так, добрый день всем. Все, я в прямом эфире. Так, вот эти, знаете, это северокавказская порода, мясошерстная. Бараны супер, просто. 160 килограмм здесь самый большой весит. Сайги, салам алейкум. Да-да, твои красавцы. Тоже северокавказские, только молодые, годовички. Самый большой вес там 160 написано. Тоже северокавказские, мясошерстная порода. Когда таких баранов видишь, глаз радуется. А это что за порода? Скажи-то, пожалуйста. Карачаевская, а вот она, Карачаевская. Вот такие красавцы тоже. Это минводы, минводы. Тоже мясошерстное. А здесь самый большой, сколько весит? Здесь? В том году, который живой, мясо 98 килограмм было зарезано. Ну вот хозяин говорит, мясом 98 килограмм был. Видите, как за ними ухаживают, расчесывают. Да. Че, удачи вам? Вот, смотри. Так. Астраханская область. Советская мясошерстная написано. Меня слышно хоть, а? Не сказали, сейчас побьют или приедут. А что, там я же, вы задавайте вопросы. Я вам на все вопросы буду отвечать. Мурат меня зовут. Да, Мурат. Ты недавно где-то я тебя видел. Да, 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 я блог веду. Вот даже узнали меня здесь. Это я в прямом эфире. А? Я в прямом эфире. А-а-а. Я снимаю. Это что за порода? Это калмыцкая, да? Ага. А сколько здесь самый тяжелый баран? Вот этот. Ага. 102, 102 есть. 102 килограмм. А вот эти три молодняка? А вот два взрослых. Я так круг сделал. Так, удачи вам. Все, благодарю. Еще сейчас будут вопросы. Эти тоже ваши, да? Да. А, там, тоже калмыцкая. У него, по-моему, это как-то.
Да. Бабы губы делают? Кодекс. Там, по-моему, бабы. Потому что он похож на того. Ты что это, раскабанел? Скажи, пожалуйста. Сам Ярогий Исаевич здесь. У вас сколько в семье? Вы живете, сколько женщин в доме? У меня 4 девочки, потом пешком за мать пойдет. Нет, пять женщин, девочки. Пять? Да. Этого человека вы все должны знать. Волгоград и Гельбай. Да ладно. А, ну ничего не сказал. Видел ролик, показывает, что это шефа, у него 17 жен. Столько-то детей, что там сказано. Корреспондент. У тебя где сколько жен? Волгоград и Гельбай. И сам Ярогий Исаевич. Ну, вот этот черный баран, ну просто фантастический. Очень большой баран, вот так смотришь на него, очень крупный баран. И дельбаевская порода овец. Сейчас я всех постараюсь показать. Мурат, иди сюда. Ты того барана видел? Он того барана видел? Ну конечно, посмотри на него. Он меня впечатлил просто. Республика Дагестан, Гумбетовский район. Вот такие красавцы. Республика Дагестан, Ахтынский район, Восток. Республика Дагестан, Кунжахский район. Нет, Тушинской не было, это... Сейчас я вам скажу. Это Андийская белая. Это лезгинская порода. Вот она, Тушинская порода. О, видно? Алейкум ассалам.
красивые бараны, да? Да, а? Горные бараны. Видно, но я гисары посмотрю сейчас, не видел еще. Я сейчас пройдусь, это не буду сохранять. Это чудниками снимать. Надо, чтобы полностью все видно было. Определенное время надо остановиться у каждого стенда. У каждого стенда. Это минводы, минводы. Торперы есть, сейчас покажу. Должны быть. Не мог съесть. Пока искали его, тут КамАЗ. Но он Golden Lamb, ташлинская порода. Моих нет, нету здесь. А зачем вот здесь? Порода южная мясная. Текселя. Текселя. Вот они, дорперы. Георгис Дорфера нету его что-то. Сергея нету. Так. А это вам так. Донате. Донате. Thank you.
Если он будет фотографка, то лучше 4 породы. А дальше мы уже 7-4 отработали, грубо говоря, оценили, что вам больше всего понравилось, то и запустили. Ну, я как бы уже могу предположить, что вам понравится. Вы будете выбирать между трех вариантов. Либо вы будете выбирать между холистичностью Дорсета, либо качество. Они могут постоянно приходить в охоту, то есть вы барана в стадо пустили, у вас постоянно идет охота. То есть у них нет такого сезонности. Они холистичные, они могут постоянно, как Романов, приходить в охоту, если мне. Дорсет. Вон он стоит край. Вот это Дорсет, а вот следующий? Шароле. Шароле. Иль де Франс. Ой, не Иль де Франс, извиняюсь, это, господи, Лейстер. Лейстер. А вот этот? Да, есть быки. Так кто у нас? Кто Иль де Франс, наверное, да? Не, тот Свифтер, а вот это Иль де Франс. Вот этот Иль де Франс. Иль де Франс. А это Цварблис. Нет. Какой он огромный. Ты на него посмотри. Волгоград и Дельба есть здесь, есть. Но я уже мимо них прошел. Ну, собственно говоря, тут немножко опять же другой расклад. Сейчас я подойду, Волгоград и Дельба. Сейчас я подойду. 5 секунд. Все, что любая порода, кого, какая интересует, вы мне говорите. Я подойду отдельно. Отдельно, индивидуально буду подходить, снимать. Вот он, Ераги Исаевич. Вот он. Вот эти красавцы видно? Вот он. Вот он. Вот он с вами, Ираги. Перед баранами. Перед баранами. Ну, перед селекционной работой. Вот отсюда, с головы. Что видно, на вас было видно. Вот он. Спасибо. У вас вообще корсар. Ну, ты что? Я не знаю, гисары это или нет, но написано Волгоград и Дельбай. Это что за порода? Это нам внутри порода Волгоград и Дельбай. Да. Все понял. Вот это, говорят, внутрипородный тип. Помесь гисара с эдельбаем. Где это видно? И сколько лет? Там, Дельгаму сейчас 165. Нет, сколько лет? Ну, черному пару. 3 года. Свина продают или бараны продают? Бараны. А здесь продают? Мы будем в этом году в Монголию продавать. По 200 долларов. А то вы будете на них ездить в фирму. Так, я ненадолго отлучусь. Ты чуть выше. Этот. В группы видео поскидываю, и потом опять выйду в прямой эфир. Валикум ассалам. Смотри, а килограмм по 200 будет. У меня 160, говорит. Где он стоит? Памятник козей стоит, да. Памятник свиньи есть, я знаю. Лицей нам бекюка. Это Волгоградский же тут. Я как-то и пятый побалчу видео подавлять.
Слышишь, что говорит Ерогей Исаевич? Внутрипородный тип, типа Игельбая с Гесара, короче, они сами выжили. Какой да. из них? Ну, я не знаю, что ты услышал. 160 килограмм, говорят, вон того черного барана. Вот. Я спорить не буду, я не взвешивал то, что сказали. Вот он. А? Так и сказал, что 160. Все внутри. Все внутри. Да. Тоже смеется. Ты вот их видел первый? Гусик, ты не писал, а голосовой это же. Как дела? А где ваш? Добрый дом. Что за продукт? Дождь. Да. Что будем знакомы? Да. Вот это приятно почитать. Все, давай, на связь. Что? Пока снимаешься. Да, тут просто. Видел твой Эль де Франс? Вон. Да. Баранов. Да, хороший. Да. Это же не мои. Не, у которых ты как понял. Взял. Да, да, да. А там тема тут раскачивается. Но... Да. Не говорят, что продуктивность какая-то. Что-то секретом. Ну, сколько я информацию знаю, по мясным качествам, они второе, третье место. Мне вот это понравилось, этот черный курит. Вот тут. А он же знаешь, какой учитель, да? С вербальностью, как он называется. Нравится мне. Там пойдем поближе. Пока нету. Его отсюда снять надо, он туда повернулся, как назло. Не, ну он как хороший шаг. Да. 180 килограмм и 200. Вот этот? Да. Вот это как-то породу он назвал. Вот Эль де Франс. Да. А эта порода, я забыл. Хороший, да? Да. Ну мой тоже вот. Знаешь, все наподобие баран. На вот наподобие вот это. Ну посмотрим. Ну говорят, не гнят есть. Да. Ты посмотри, да насколько он выше нет, да? Ну я же говорю, вот бараны дерьма есть, кроме курлика нет у него все. Да, да. У него курлика нет. Мясо молочное. Вот это. Он просто это не вешает, вывеску, он у него это, беру я повешу. Они этот, они мне звонили. Да, они хотели мои повесить с пустыми. Разные. Я не согласен. Какие-то там, да, делают уколы, короче. Да, да. Они так, мы искусственно делают. Да, да, искусственно делают. А тебе какой больше всего понравился? А? Из всех вот этих. А? Из всего выставки? Да, вот этих. Иномара. А? Какой нравится? Так, чисто ростом мне понравился. Да. А это я не знаю. Да на его грудную клетку посмотри. Да, он что-то мне говорил, что я приеду. Он еще там мне звонил, типа, ему там, мимо меня ехать. Заеду, говорил, и что-то не позвонил, не приехал. Да, астраханский коммерат. Да, да. Позапишем, астрахани бьет.
пойдем к твоим. Ну, понятно. А поголовье большое у вас? Лучше с опознанцем? Да. Максимум 19 штук. Так, я в другой поглядел. И сколько килограмм у этого варана? 122. 122? Он полки, рост у него хоть какой? Полки, не знаю, не выглядит. Высокий. А он очень высокий. Ну тут мясист, как мясист, у него шерсть хорошая, как шерсть. Тут видишь, ты? Нет? Я понял, что старый путешествие возили, да, лаборатория сказала, что его привезли. А, все понял. Ну, да, да, меринос. Я забыл, Андрей, а ты там написал, покажешь, вот, смотри. Машала, хорошая, пойдешь? Да, давай, давай. Ага. Да, да, красивые. Так, племзавод. Какой показать вам? Черноземельский. Сейчас покажу племзавод Черноземельский. Ну я иду по порядку, я сейчас этот. Покажу, все покажу, ни одну не пропущу. Ничего не буду пропускать. В Минводах выставка. Волгоградская область. Красавчик. Смотрите, прически делают. Выставка. 3 дня она будет идти, еще 2 дня. Только посмотрите на них, какие они огромные. Вы посмотрите на них. Какие они огромные. Вот, 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 кто просил? Подождите, этот, да? Черноземельский. Вот Черноземельский. Смотрите. В Минводах проходит выставка. Да, конечно. Ну вот же, блин, завод Черноземельский, нет разу? Да, да. Увидели? Специально вернулся глава для вас. Или это не это Черноземельский, я не пойму.
Все, увидели. Какие люди! Привет, привет! Как дела? Как хорошо. Здоровье? А где твои? Я вот... Сейчас приедут, все, да. Обязательно подойду к тебе. Хорошо, давай. Один из лучших. 150%. 150, вот запомните вот этого человека, один из лучших. Я подойду к вам. Вот эти тоже понравились мне, хорошие. Хорошие баночки. Только сегодня первый день приехал. Да. Так, решил пройти, запомнить. Да, еще увидимся. Представители ДНП. Даже не всех выгрузили, еще пока выгружают даже их. С Дагестана ездишь, очень много с Дагестана. Гесаров пока нету, я не знаю, может подвезут, нету гесаров пока.
С Дагестана здесь очень много хозяйств. Вот только вот здесь раз, два, три, четыре, пять только вот подряд хозяйств Дагестана. В истории, да, сохранил. Я еще раз пройдусь. Здесь еще не все. Сейчас всех выгрузят. Вот видите, здесь не подписаны еще. Вот. Вот они не подписаны еще все. Поэтому я так. Краткий обзор. Вот видите, не подписаны. Вот он, Черноземельский район, Республика Калмыкия. Кто просил? Вон еще Черноземельский. А я их снял. Это разные, да? Да. У них порода чисто, так и называется, Черноземельский. Ага. Иль-де-Франс есть, есть, баранчик есть. Один баран есть, Иль-де-Франс здесь. Сто тысяч, я не говорю. Иль-де-Франс. Сколько? Сто лет. Ну, от 70 и выше. Да. Ягнята? Да, черепничный. Мне это нужно. Нарлан. Нарлан шаг. Нарлан здесь, а не нет. Ого. Помочь надо. Помочь надо. Вот они. С рагули, 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 рагули. Ставропольский край. Я тебе говорю, это Ленина, привезут Ленина. Серьезные бараны. Сразу на бой. Какие ягнята 200 штук нужны? Вот он, Иль-де-Франс. Вот он, вот. Ходи. Вот он лежит. Иль-де-Франс. Мяса сколько же? Ну, где 3, 5, 4, 5 месяцев. А? Они в 3 месяца будут посадки. 3 месяца 50 дорперы? Дорперы. Не дорперы, дорперы. Дорперы, вон там черный головой. А где? А ну скажите, вот эта порода как называется? Вот это. Это свифтер. Как? Свифтер. Вот свифтер порода. А Дорсет есть? Дорсет есть, да. Покажи, пожалуйста. Я в прямом эфире. Я понял, понял, понял. Да. Сейчас, вот, вот этот вот прямо. Вот этот. Да. У нас, ну, у нас. Можно? Да. Вот этот.
А вот этот как называется? Вот этот. Вот дорсет. А этот? Вот этот как? Шаролет. Шаролет. А вот он лежит. Голубомордый. Эти тоже ваши, да? А эти ж? А это что за порода? Вот это как, да. Породы? Да, как называется? Тут свадьбы. Вот это, да. Молодой, да? Это Франц. Да, это молодой. 80. Да. Ну, коз нету здесь. Пока не, может, подвезут. Пока нету коз. Валикум салам. Выставка коз и овец. Рамазан, салам алейкум. Рамазан, скажи, что тебя интересует? Какого тебе барана показать? Ты таких видел, Рамазан? Это Минвода, Минвода. А Мироландов нету, да, у вас? Нет. Валикум ассалам. Покажи самого большого барана на выставке. Сейчас покажу я вам самого большого барана, но не знаю, они говорят 160 килограмм. Вот они, северокавказские мясошерстные, самые большие. Дорперы есть, но они такие. Сергея нету, стенд есть Сергея, если знаете, Катринец. А овец нету ее. Вот они, самые большие. Гисаров нету. Но вот эти бараны, ну как бы своими глазами здесь прошелся и увидел, они впечатляют. Так, знаете, кто мало овец видел, он даже может удивиться. Он тут не встает. Вот лежит баран. 160 килограмм, говорят, живой вес. Сейчас я вам дорперов покажу. Ну, самый большой, вот он. Ну, подвинься. Вот он. Вот. Дорперы, знаете, дорпер. Дорпер есть здесь, но... Но они не, тоже такие мелковатые. Это из Калмыкии. А это ваш? Из Калмыкии, Черноголовый. Нет, с козами, как мы с ней применили. Вот они, дорперы. Это вот. Козы. Козы вот, англо-нубийские. Вот номер телефона, кто-то про коз спрашивал. Ну я не знаю, не буду спорить, какие они, но вот, больше дорперов нету здесь. Кто вас интересует? Нет, в прямом эфире.
Нет, я так всех подряд показываю. А, показал, я понял. Да. А, вы комментируете? Да, да, да. Просто. Еще самый большой баран, еще один здесь есть. Килограмм 50, наверное, да? Не, ну закажи, распечатай. Моих нет, Это знаете, Волгоград и Дельбай. Но они говорят, это... Но я еще не разговаривал. Сейчас я найду Ераги Исаевича. Но говорят, что это ихняя своя порода, там гисары с дельбаями. Что-то такое у них. Ну, типа сами вывели. Но это еще недостоверная информация. Сейчас я увижу Ераги Исаевича. И все, я вам скажу, вот они и дельбаи. Гисары Калмыкии, добрый день. Ты про этих говоришь, что уши большие, а? Ну реально большие. Больше, чем мой телефон. Ну вот, вот написано, Волгоград и Дельбаев. Вот они и Дельбаев. Ну это похоже на Дельбаев. Как бы я же говорю, я еще не разговаривал. Сейчас я у него все спрошу, что с чем он покрыл, что у него такие получились. Так, я ненадолго выйду с эфира, еще появлюсь, будьте на связи все. А как ее завершить? И сохранить надо еще.